Уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова займется делом истязателя детей бизнесмена Юрия Юдина. Что случилось? Очень больно. Очень больно? Очень важно для меня понять, как родители отдавали детей в руки человека, которого сам лишен в отношении двух детей родительских прав. Почему существовала эта организация, которая воспитывала детей? Как к этому относились органы, которые должны заниматься защитой прав ребенка? И именно этим я займусь. Напомним, на днях пригородный суд Свердловской области приговорил его к 4 годам лишения свободы условно. Он обвинялся по статье «Истязание в отношении несовершеннолетнего лица». Как сообщила Татьяна Мерзлякова, прокуратура Свердловской области намерена подавать на апелляцию в связи с мягкостью приговора.